Всем привет, с вами Камикадзе, и сегодня будем играть в игру Rust на лицензионном сервере, на каком, я уже не помню, какой-то сервер мультиплей там, вот. И я сейчас нахожусь на такой полянке, где есть ангар, там есть здание, там есть где полутать, в общем, здания всякие. И на этом сервере я уже играю довольно-таки давно, ну где, как давно, пару дней я здесь играю. И я просто решил, ну, может, я попробую позаписывать, может быть, FPS будет не настолько низкий, как я думал. Ну и, в общем, как видите, играю более-менее. FPS где-то 20, думаю, есть. И если будет набираться довольно-таки достаточно лайков, то есть меньше, чем... Ой, точнее, будет больше, чем дизлайков, то я буду продолжать играть в Rust. И, как видите, у меня есть тут немного лута. Я сейчас побегал там по уталу, убил свинюшку, все такое. И вот, собственно, мой дом. Да. Дом достаточно уже большой. Я же говорю, мы пару дней здесь играем. Вот. И да. Будем играть, и я не знаю, чем будем заниматься. Здесь радиация. Я специально построил дом вот вплотную к зоне, где есть радиация. То есть здесь нет радиации. Здесь уже есть. Также здесь неподалеку спавнятся животные-мутанты красные, которых можно будет пострелять. Ну и, в общем, чем будем заниматься? Я сейчас, как сказал, я уже поутал. Да, я вам сейчас покажу, что я нашел. Я, честно говоря, сам не ожидал, что я нашел. И, кстати, части будут выходить, не знаю, думаю, минут по 15-20, так как это все будет долго рендериться, обрабатываться, бла-бла-бла и прочее. Ну и просто, чтобы вам показать. Вдруг вам не понравится, я зря столько записывал долго. Минут 30, допустим. Ну и вот, собственно, что я нашел. Что я нашел, я уже не помню, куда я сложил. Так, что я нашел? А, по-моему, то, что я нашел, я сложил в нычку, если не ошибаюсь. Нычка у меня здесь находится. И да, я нашел Explosive Charge. Это C4, то есть бомба, как в контре, либо динамит, не знаю, как это можно назвать. И если эту бомбу установить на стенку, например, то стенку можно разорвать и, ну, получить доступ к ящикам и также здесь залутать все. Но, как видите, здесь лута особого нету, так как нам вчера проломили стенку. Сейчас покажу вам, где. Вот. Мы жили вот здесь. Вот, и снова здесь сломали стенку, да. Странно почему-то, я даже этого не замечал. Ну и, в общем, здесь мы жили, изначально здесь был один фундамент, далее мы уже просто достраивали все. И основательно построили первый этаж, затем начали строить второй этаж. И, в конце концов, тоже его достроили. Ну и здесь мы жили на вот этом вот одном фундаменте, здесь жили, я говорю, мы. Потому что мы играем втроем. В будущем, наверное, постараюсь записывать уже не один, а с теми людьми, с кем я играю. У нас здесь был когда-то лут, но дурачки те, кто взорвали второй раз вот эту стенку. Так как здесь мы уже все перенесли. Все, что успели, то, что они не утащили. Притащили все вот сюда, вот на второй этаж. Также я здесь поставил, вот, как видите, много окошек, прутья, чтобы вот наблюдать, что здесь происходит. Там вот есть шкальники живут, нападают на нас изредка. Также я, когда пришел дома, здесь уже не было моего спальника, я ходил, убивал свинюшку и добыл здесь немного клочья и скрасил себе, как она называется-то, на спальник, короче. И все, что сейчас добыл, я сейчас складываю сюда. Также я не знаю, откуда взялись эти вещи, здесь их было немного побольше. Ну и ладно. Видать, ребята, с которыми я живу, они добыли здесь некоторые вещи. Давайте-ка я сложу сюда все, что я добыл. Так. Я не люблю, когда здесь находится такой вот беспорядок, мне нравится, когда вот так здесь... Вот все, что связано с животными. Здесь дальше просто лут. Так, здесь у нас железо. Да, есть немножечко. Печка у нас где-то здесь. Ну, точнее, коптильный, или как он там, костерчик. Вот, сейчас сложим сюда еды. Вот так. Надо теперь разделить по максимуму. Вот, чтобы мы экономили бревна. Вот, пусть жарится. Сами бревна можно сложить сюда. Так как сюда всегда приношу побольше камня, все такое тут. В общем, пусть здесь это лежит. Так, здесь были хачеты, но их уже нету. Я не знаю, что здесь происходило ночью, я у ребят узнаю. Давайте возьмем кирку, может, сходим, полутаем, куда я делал кирку. Вот, ну, что-нибудь постукаем, добудем железо. Нам надо будет сделать этого, как этого, дробовик. Вот. Кстати, я уже C4 изучил. Ставься же ты. Вот. Ну, по-моему, не поставится. Ладно, я здесь поставлю. Где-нибудь. Вот. Нет, не здесь. А вот тут, вот, в костерчик поставлю, сделаю нычку такую. Вот.
Так, эксплозив я уже изучил, красится он капец как трудный, я не знаю, где брать вот это вот эксплозивы какие-то там вот. Сейчас вам покажу, вот эксплозивы. Я не знаю, где их брать, их надо 15 штук. Это довольно-таки много. Так, еду я не буду брать, у меня с собой есть. Вот. И давайте попробуем сбегать в ангар. Я надеюсь, там зареспаунились вещички. А также сейчас надо бы добыть камни, чтобы сделать себе стрел. Пострелять красных мутантов, так как из них падает иногда редкий дроп. Вот. Один раз я выбивал из мутанта C4. У меня была бешеная радость. Я взорвал стену бывшего своего дома, так как его кто-то занял. Ну и хотел отомстить. Вот. Но это было на другом сервере и без съемок. Как видите, лут здесь есть. А значит, можно побегать и полутать. Вот. Значит, сервер я вам покажу, я уже сказал. То есть в конце я покажу название сервера. Вы сможете прийти сюда, не знаю. Возможно, я с вами буду жить, то есть я могу отделить отдельный этажик, поставить вам дверку, дать пароль и все такое. И будем жить вместе. Возможно, даже будем вместе снимать. Вот. Ну, давай сейчас наберем патронов себе. Для будущего, там, надеюсь, она не разрушит никакую стенку, ничего. В планах для дома у меня это построить как можно больше этажей, перебираться как можно выше, чтобы, как сказать, ну, меньше стать, там, меньше было шансов стать жертвой взрыва стенки. Ну, строить выше, чтобы они не дотягивались своей рукой, поставить C4. Вот, ну, здесь лут есть. Вот, нам повезло, мы нашли ботинки себе, по-моему, лезер. Нет, это сует, это, по-моему, тряпичные какие-то. Ну, короче, самые фиговые ботинки мы нашли, но зато они немного защищают от радиации. Вот. Давайте когда будем сейчас камень, я специально взял кирку. Кирка ему побыстрее добывается. Вот смотрите, разом 6 сульфура, 4 камня и последний, по-моему, дальше. Последний, ну окей. Вот. Ну, добыли немного металла и камня. Кстати, сколько камня? 4 штуки. Неплохо, сделаем себе немного стрел. Также надо сейчас бы кому-нибудь замочить какую-нибудь живность. Я постараюсь солнце отключить, будет больше FPS. Я команды просто не вписывал сюда для увеличения FPS. Я прописал только одну, чтобы это убрать травку, так как она жрет в основном весь FPS. Оп! Вот такой ящик, это означает, что здесь либо оружие. Да-да-да, попробуй там, покусай меня. Либо оружие, либо вещи для оружия. Ну или изучение. Шотган. Шотган у меня уже есть, так как. Вот, ладно. Здесь не русский какой-то, короче. Ну так вот, наше изучение шотгана мне оно не нужно. Давайте побегаем от этой зверюшки. Нам сейчас надо вот зайти сюда. Справа видел бревнышки, тоже сейчас берем. Здесь что-то военное. Да, это пули. Вот. И вот эту тварь надо убить с кирки сейчас. Давай. На тебе. И на тебе. И третий разок. Вот тебе на. Как ты не сдохла, эта скотина. Зря я руку выбросил, конечно. Иначе бы я сейчас быстро бы добыл отсюда весь клоч, всю еду и все такое, но скидки, по-моему, все по одному добывать, да? Довольно-таки долго. Но ничего, я надеюсь. Настукаем все это. Вот. Ну и в будущем, что я думаю? Мы бандой какой-нибудь вооружимся. У нас будет оружие, у нас будет все. Броня, надеюсь. У меня уже есть изученный кевларовый шлем. Вот, ну, я думаю, мы быстренько, в скором времени, найдем уже другие кевларовые вещи. То есть, ну, в смысле, изучение. И в будущем скрафтим себе броню. А также сейчас, я думаю, вот мы настукали себе немного металлической руды. У нас есть дерево, сейчас еще настукаем дерево. Вот. И пожарим металл. Ну, переплавим. И можем сделать себе уже дробовик. Пули у нас, по-моему, есть, я их даже сейчас набрал немного. Так, ну вот этот парень. Ну я думаю, мы будем еще долго бить, но. Все-таки мы ее добили. Так, и давайте-ка доберем сейчас дерево. И думаю, ближе уже к темной ночи я закончу снимать. Вот. Ну, в общем, бездельем страдаем практически. Вот. Кстати, что-то дерева мало было, 63 всего лишь. Иногда побольше. Стой, скотина, я тебя все равно убью. Вот. Да, я кровожадный, я. Да, я вот из этих вот не убивается, потому что они маленькие. Давайте свинюшку тоже не будем трогать, так. Блин, это очень долго убивать с киркой. Так, солнце надо будет выключить. Оно мне мешает. Курица там что-то кудахчет.
А где лутать тут у нас? Чего у нас тут? Ничего у нас тут нету. Давайте сюда сходим. Уже темновато. Давайте подсветим. А народу на сервере немного. По-моему, человек 7-8. А, может даже до 10 там доходит. Вот. Ну, берем сейчас лута. Придем домой. Постараюсь скрафтить себе дробовик. Либо лук. Курица, мне казалось, чей-то труп. Ну и ладно. Так, что у нас там вдали? Мне кажется, что там камень. Ну, там скалы. Вот. Ну и продолжаем лутать. В общем, здесь у нас ничего нету. Ну и фиг с ним, тогда валим домой. Выключаем факел. Так. Нет, не валим домой. Сейчас сходим еще на одну полянку. На этой полянке есть камни, дерево спавнится часто. Вот, так что поселился в очень хорошем месте. Кстати, здесь есть основание. Если у вас есть лицензия, вот, то заходите. Здесь есть готовое основание, 4 штуки, вы сможете здесь поселиться. И какая-то тварь здесь тоже поселилась. Ранее этого дома здесь не было. Ну ничего, я как-нибудь к ней в гости загляну. У меня уже есть эксплозив. Если что там, если там будет много ящиков всяких, то сходим к ним, короче. Глянем, что у них там. Вот. Давайте-ка сейчас добудем дерево. Дерево здесь очень нужно. Как топливо его тоже очень много надо. Ну и в крафте. Тогда так. Сейчас я сделаю себе лук. Когда мы здесь сюда стукаем, там еще вот камушки вижу, 2 штуки. Сделаем лук. Постреляем немного в животных. Надеюсь, будет не так уж темно. Ох, ё-моё, ну здесь все лупит радиация. Давайте заберем тогда только один камушек. Хотя нет, в принципе, можно забрать и второй. У нас же кирка. С киркой все проще. Так, исходим сюда. Я надеюсь, до 500 не дойдет. Так, по 4 камня сразу. 8 сульфура. То есть, ну вот в чем плюс кирки. Все очень быстро. Так, там дали еще один камушек, вижу. Вот здесь деревце. Вот там еще деревце есть. Слушайте, вот я же говорю, неплохое место. Знаешь, сколько длится? Да, оно долго длится, минут 15. Ну, в принципе, как в Майнкрафте. Только чуть подольше. Так, что у нас тут еще есть? Ну, вдали я дальше ничего не вижу. Тут этого дома серьезно не было, был только вот этот маленький там. Ах, 2 часа, лол. Вот. Ну, в принципе, можем будет взглянуть, что у них там в доме. Так, железные двери смотрим. Ну-ка. Что у вас тут такое есть, интересненько? Так, вижу лестницу на второй этаж. По-моему... Да. Спят люди, кстати, в броне. Но взрывать я сейчас ничего не буду. Вдруг там найдем домик, где получше лут. Спят двое, заметьте, двое. У обоих есть куртка и штаны. Есть там спальник. Так, ну а из ящика здесь, по-моему, ничего нету. Да, здесь нет. Ну, скорее всего, все на втором этаже хранят. В общем, в будущем можем будет к ним сходить. Да. Так, вот этот домик. Вот этих маленьких тоже не было. Тоже будем. Сходим как-нибудь. Либо со семками, либо без. Вот. Добываем деревца. И идем домой. Сейчас что-нибудь себе скрафтим. Деревца я добыл немало. Стак с чем-то. Здесь один стак равен 250. Вот. Ну и что, бежим домой. Вот это место мне хорошенько запомнилось. Вот именно вот промеж этих 2 камней. У нас тут было жесткое ПВП с челом когда-то. Я его бил с железного хачета. У него был пистолет с установленными 3 модификаторами. Вот, и я его застукал так хачетом, что он от кровотечения тупо сдох в уголку. Посреди камней там. Ну и вот, мы уже дома, надо пожрать. Посмотреть себе немного жизни. Давайте-ка здесь зажжем костерчик, чтобы нам не было здесь темно. Просто думаю, что вам там слишком темно это все смотреть. Так, сплит, сплит. Поделим это все. Так, кстати, 20 клочья это немало я добыл. Сейчас этого хватит как раз-таки на лук. Так, я забрал туда вы... А, ну да, вроде забрал. Вот. Также здесь сейчас зажжем. Пусть горит, будет нам дробовичок в скором времени. Да, я камни сюда тоже складываю, потому что это все к урдам относится и разом все сюда скидываю. Здесь у меня находятся всякие изучения, которые мне уже не нужны. Так, вот эти штуковины я сюда, по-моему, скидывал. Во, даже так! Даже здесь есть шотган. Ё-моё. Даже не придется крафтить, походу. Так, а может они здесь счет что заныкли? Потому что я у ребят не спрашивал.
Прошла целая ночь, я не знаю, что куда они понасували. Если у нас когда-то были стрелы для лука. Вот здесь ничего нет, да. Так, давайте-ка то, что мы налутали, сложим. А, так, вот эту фигню я заберу сейчас. Пулю выложим. Что они там пишут, всякую фиговину какую-то. Так, бумагу сюда. Это сюда. А пуль для дробовика с собой заберем. Клоч. А, лук наш нужен нам. Так, это сюда. В принципе, все. Дробовик давайте-ка заряжем. Зарядим. А, так, нам надо также еще камень, по-моему, для стрел. И дерево, и клоч. Ну, в общем, можно скрасить лук, по-моему. Ну-ка. А, лук, 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 лук. Да, вот, кевларовый шлем. Вот. А, лук. Где же лук? А, вот, боу. Нашел. Крафтим, мы стоим около воркбенча. Крафтится у него, ну, около него быстрее. И также сейчас сделаем себе немного стрел. Стрел здесь крафтится долговато. Так, я же пролистал. Ароу. И крафтим себе, не знаю, ну, давайте-ка скрафтим 12 штук. А, вот, 10 секунд это потребуется. Давайте-ка сожрём еды. Вот. Давайте-ка отойдем здесь. Недалеко. А, стрелы появились, это складываем. А, это тоже складываем. И давайте-ка это сюда сложим. Возьмем пулю для дробовика. И сложим флайеры сюда. И также возьмем на быстрый доступ лук. Вот. Ну и все, теперь можно сходить пострелять. По животным, как я и говорил. Достаточно уже темно. Так, сейчас подсветим себе. Факела осталось на пару секунд там уже, на десятку. Вот. И что ж. А, ну в принципе их видно. Ну, пока, по крайней мере, я их вижу. Иди сюда. А, давайте-ка сделаю тогда один выстрел с дробовика, потому что я боюсь привлечь внимание. Скотина, готово. Вот, из него дропается что-то. Так, ну добывать из него мясо, я думаю, не буду. Так, где они там? Ага, вдали. Ну, вот уже слишком темновато, по-моему. Я уже практически ничего не вижу. На тебе. Беги, скотина. Поверь, короче. Чего у тебя здесь? Ну, чего у тебя? А вот, смотрите, мы нашли 12 пуль, это многовато. Кто у нас тут уходит, а? Готов. Зарядимся и пролутаем заодно. Ну, не особо-то ценно. Мы нашли. Так, где у нас тут еще было кто-то? Было кто-то. Вообще ни черта не вижу. Вот. Вот теперь черта вижу. И как раз закончился факел. Так, ну я думаю, мы без ранений убьем его. Ага, скотина. Ох ты ж, ё-моё, даже так. Берем, значит, шотганчик. Вы подлагануло. Так. Я вслепую практически его бил и нашел 11 патронов для дробовика. И, в общем, я думаю, я на этом сейчас закончу. А, часть уже длится практически 19 минут. А, то есть 18,5. Вот. А, забегу домой. Да, и здесь я с вами попрощаюсь. А, чуть не забыл. Точнее, забыл, но уже после записи я вспомнил, что нужно показать вам IP. Так вот, IP сервера вы сейчас увидите. Точнее, не IP, а его название. А, вот он как называется. А, то есть, вот этих без 15 минут назад. Он называется Multiplay, PvP Sleep, Airdrop, да? Если вы здесь впервые, можете подписаться, да? Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если не понравилось, то можете поставить дизлайк. Обязательно напишите, чем оно вам не понравилось. Если вам вообще не понравилось то, что я снимаю эту игру, то окей, я могу ее и не снимать. А с вами был Камикадзе, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.